Всем привет! Гости и подписчики канала Охотника.нет. У нас сегодня FX Impact, но не обычный, а Silver. Вот такие мы обзоры еще не снимали. Она абсолютно, эта винтовка, такая же, как обычный Impact X, с полностью нарезным стволом Smooth Twist, гладкотвистовым. Вот, исключение, что здесь новые рестайлинговые вот такие гигантские классные барабаны. Вот, это 6.35 калибр, тут порядка 30 выстрелов получается. Вот. А заправки на полной мощности она позволяет сделать где-то 60. Это реально 60 выстрелов. Вы подумайте, российские винтовки — это на прямотоке 11 выстрелов, может быть даже 8, и все, приходится заправлять. Позволяет разогнать пулю в калибре 1.645 на 310-315 метров в секунду. Вот. Такая скорость нам в принципе не нужна, поэтому мы с легкостью настраиваем редуктор, который настраивается одним болтиком, перепуск крутилочкой и пружина ударника, которая сама по себе настраивается вот этим ходунком, обычным шестигранником, и потом уже вы можете вручную регулировать от максимального до минимального значения. У новых импактов, как мы видим, в 6.35 вот такой вот телескопический, точнее не телескопический, а съемный модератор. То есть он откручивается, у старых моделей он полностью телескопический. Такие остались у новых винтовок только калибра 4.5 и 5.5. Здесь они сделали вот такую вот бочечку, и винтовка стала тише, вот, чем она была. То есть некоторые новшества, в принципе, стали очень полезными. Ну и, в принципе, как всегда, я могу сказать, что Impact — это винтовка number one. Это винтовка легкая, это винтовка самая точная из тех, которые представлены, в принципе, на рынке. Смотрите, американские соревнования, в принципе, Южная и Северная Америка. Все топы, топ-3 всегда с импактами. Вот. Также она для охоты очень удобная, так как компоновка Bullpup, очень легкая, очень классная. Калибр есть даже 7.62, кстати, охотничий, полноценный. И стреляют, я вам скажу, не только мелкую, но и среднюю дичь, там вроде крупных обезьян, бобров и прочих. Вот. Очень легкий металлокомпозитный, точнее карбоновый у нас резервуар на 500, за него очень удобно держаться. Вот. Ну, в общем-то, все остальное, что про нее рассказывать. Самые лучшие винтовки FX Impact X в Охотника.нет. Сейчас установили, в принципе, оптимальную скорость для действительно точной спортивной стрельбы на небольших дистанциях, до там 75-80 метров. Вот, спортивные пули GSB и весом 1.645. Вот, сейчас вы в хронограф сможете посмотреть, какая тут скорость весна. Калибр 6.35. 276 метров в секунду. В принципе, очень хорошая скорость, кучная скорость. Такой скоростью можно бить мировые рекорды с FX-ом.